прежде всего хочу выразить самые искренние соболезнования семьям наших граждан, погибших в результате авиационной катастрофы на Черном море сегодня утром. Правительству поручено сформировать комиссию, которую возглавит министр транспорта. Будет проведено тщательное расследование причин катастрофы и сделано все для того, чтобы оказать поддержку семьям погибших. Завтра в России будет объявлен общенациональный траур. Я уже выразил соболезнования от казахстанского народа, от себя лично, по случаю этой большой трагедии, где погибли молодые люди. И, конечно, результат еще неизвестный, но, конечно, это ужасно. Я еще раз, Владимир Владимирович уже сказал, хочу выразить всем родным и близким погибших свое соболезнование от Казахстана, от себя лично. Я думаю, что комиссия созданная разберется, мы будем знать результаты, но людей не вернешь. Мы вместе с Россией, с российским народом говорим всем руководству России, близким и родственникам, что мы вместе с вами в этой трагедии.